иди ко мне, иди ко мне. Иди здесь будешь спать. Да, да, иди. Это мой трактор маленький. Тракторишка моя, да. Здесь тоже хоть это за тракторишка-то у нас. Ой, ты моя сладкая.
Катька, ну-ка, ну-ка. Куда, 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 куда? Куда ты пошла, пошла? Куда? Куда ты пошла? Ой, так быстро уже ходит. Пошла и пошла и пошла. И пошла, и пошла. Давай. Чуть под кровать ведь не залезла у меня она, а? Ты куда под кровать-то лезешь? Эй-эй-эй-эй-эй. Куда? Куда под кровать? Ой. Все, теперь глаз да глаз надо. Куда пошла, чего пошла? Куда ты пошла? Иди сюда. Вокин весь хор. Сейчас Вокин. Все. Вынесет идет. Что же ты делаешь? She walking everywhere. She almost get under couch. Oh, goodness. I know. She's just going under something all the time. Вот так бы кто-нибудь с той стороны вышел бы, и тебе бы прям в лобежник бы. Ага. Хорошо, что там просто клозет. Ой, иди в ту сторону. Застоит, смотрит. Ну, у нас каждый день гуляния. Поела, пописала, покакала. Хвостики ей помыли, жопочку помыли. А ей не нравится, видите. Ей хочется, чтобы ее положили на кроватку, наверное. Come on. Да. Давай, давай, милая, иди. Тети, дяди сказали, уже тебе надо немножко на полик отпускать. Come on. Давай, моя куколка, давай, не подводи никого. Чего ты там стоишь? Мяушки. Мои мяушки маленькие, мяушки мои. Мяушки мои. Мои мяушки маленькие, вот я здесь, иди сюда. Вот так, видите, руками делай, она смотрит. Мяушки, иди ко мне. Шиварю, да, упрямая. Мяушки, 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 собуськи. Иди сюда, мой ребеночек маленький. Хвостик мокрый, мама попу-то намыла. Мяу, мяушки. Наша рушечка моя. Обосрушечка. Обосрушечка моя. Ну, помяукает, помяукает, поймет, что никто не берет барать в руки и пойдет дальше. Да. Пищать тут нечего. Я намыла попу, поэтому хвост мокрый. Да. Только под этот не ходи. Don't let her get underneath there. Don't let her get underneath there. Baby. Were you stupid or something? What do you mean? She doesn't go. I won't be able to get her if you get her underneath there. She's not gonna go. You are stupid. She's not gonna go. Yeah, sure. You're gonna have to get her. Look, she go a different way now. Because I see she's not going there. Yeah, there she goes. А чё? There she goes. Ой-ой-ой-ой-ой. Эх, я тебе так доверяла. I was trusting you. And you just broke my trust. Эй. Мяюшки.
Я тебе так доверяла, думала, моя Миочка не полезет никуда. Не тут-то было. Миочки, Миочки. Вот ты моя шлатулечка. Все. Подрастает наша девчонка. Бантики будем скоро завязывать. Она уже знает, что там кроватка у нее. Видите, смотрите. Сейчас туда залезет. Еще где-то погуляешь? Или что, мимо кровати пошла? Давай. Она любит свой домик этот. Очень-очень любит домик свой. Малышка. Ну, давай. Она уже это одеяльце чувствует по запаху. Ой, да-да-да. Иди уже, как пьяная устала вся. Да. Вот, играет. Чего-то она играет. Иди в кроватку свою уже, давай. Вики здесь не мяукает, она здесь чувствует, что это ее место. Ой, куда же ты пошла? Я думала, мы сейчас всем покажем, как ты в кроватку пошла сама. А ты куда поперлась-то? Вот ей нравится здесь ходить. На полу там слишком открытое пространство. А здесь все отлично. Ну-ка. Ан какая веселенькая сразу стала, да? Там-то не больно нравится, да? Ой, а здесь такая хороша. Здесь-то и одеяльце-то у тебя есть. Спатеньки, ладно. Или нет, спать не пойдешь сейчас. Но она сама забирается туда и выбирается оттуда и опять туда забирается. Ну, заносит ее на поворотах-то. Маленькую девочку заносит. Заносит. Котёшеньку мою маленькую. Ну, чего ты потерялась, что ли? А, беги туда. Твое любимое место же. Да, вот. Вот, чего ты там любишь-то. Любит она там. Нет, выйдешь, что ли, опять? Значит, ты спатеньки-то не хотела, что ли? Ты тут всех нас облапошила, значит. Типа, ой, я устала. Ой, бедненькая я. Ой, положите меня на кровать. А ты не больно и спать хочешь? Смотри-ка, что. Ну, ладно, здесь погуляй тогда. Где мои зиветики? Полосатенькая она у нас.
А где мои животики? Где мои животики? Обезьянки где-то, маленькие девочки. Падает так на бок. Ну ладно, играй. Вот она играет, играет, то смотрю, она уже опять там уже спит. То есть она, в принципе, знает, где ей спать. Лоток пока не принимает. Лоток, мы уже и писали в этот лоток, и опять я садила, и все, кто-то говорит большой размер. Размер-то вообще никакого значения не имеет. Причем здесь размер-то лотка, она его не видит, размера. Ну, просто рано ей еще в этот лоток. Я все равно сажаю каждый день, чтобы она его понюхала. Но пока туда она еще не писала, не какала ни разу. Ой, непонятно, почему так скользко, да? Мои малышечки. Дя-дя-дя-дя-дя. Деба-деба-дя. Ой. Тебе сколько налили-то? 100 грамм или 200? Мне интересно. Ой. Ой. Моя кукуська. Видите, играть уже стала, как будто что-то видит тут. Ой. Ой, да ты и Груся. Да ты и Груся у нас, оказывается. А чё ж ты не стала за этим? За перышками-то. Пока не знаю, что с этим делать. На полотенце прыгает, а на эти штучки еще пока нет. Он смотрит на них. Маленькая. Ну, беги в домик свой спать. Домик, смотрите, в домике играет. Ой, по стенкам, что ли, лазает. Ой, коготочки точит свои. Сейчас уснет. Знаете, как малыши ворочаются, ворочаются, потом засыпают. Так же и Бусючка моя маленькая кукунька. Ну. Я сузнечка, маленькая, гуленькая, вот как мы вязали, вот как мы сидели. Обезьянки есть у нас, маленькие шлёчки, маленькие лапочки. Эти мои посеся плюсеньки, эти-ки-ки. Обезьян, как я хотела обезьянку. Дождалась. Позялась-то тебе. Ой, да конечно. Обезьянка настоящая. Кукусечка моя. Ну. Маленькая обезьянка у меня есть ведь. Маюсенькая. Ну, вот она вот так вот. Вот так.
Вот она лежит, балдеет, мама. Эти какая маленькая обезьянье счастье. Ой-ой-ой, провалила, проваливается. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, у нас происходит знакомство. Как там вы просили? Познакомьте бусинку с кошечкой. Ой, смотрите. Пятится наша-то, пятится. Наверное, бусинка сказала, только подойди, в морду получишь сразу. И она пятится. Бусинка, кто это вообще появился у тебя тут? Ты будь тоже, как говорится, гостеприимная. Ой, смотрите, наш-то наш. Две девочки ведь все-таки. Вот, пожалуйста, вам. Состоялась, как говорится, встреча. Встреча состоялась. Я смотрю, чтобы не было никаких эксцессов. Киска-то наша смотрит, следит, скажет, что же это такое? Это вроде не игрушка. Вроде что-то такое не игрушка, а непонятно чего, да? Малыш мой, чего, скажи, это такое мне тут дали-то? Кого это? Нюка. Ой, бусинка-то убегает от нее, бусинка-то боится. Это же Том и Джерри. Ой, Шера-то нюхает. Кто это? Ой, нюхает друг дружку. Дюби-дюби-дюби. Дюби-дюби-дюби, маленькие кусюльки. Ну-ка. Смотрите, Шера-то смотрит. Скажет, что за игрушку мне подложили. Что это за игрушечка? Ну ничего, вроде бусинка не агрессивно настроена. Так, чуть-чуть что-то понюхивает. А наш котик-то, Катюшка-то наша маленькая, следит. Ой, Шерочка, кто же это? Это тоже девочка хорошая, Шеронька. Шерочка, это тоже девочка хорошая здесь. Не бойся. Сейчас как упадет с дивана-то, блин. Маша-то наша. Ну-ка. Ой, Шерочка-то у нас пятится. Пятится от мышки. Мышка выигрывает. Ой, кто же это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, знакомство. Ой, понюхали друг друга, и то хорошо. Только бы никто ни на кого не напал. Да. Больше ничего не надо. Все. Бусюшечка, беги. Беги, моя девочка любимая. Ну, а ты что испугалась-то? Звезда ты моя маленькая. Ты испугалась, что ли, немножко? Ну, вот так чуть-чуть понюхали друг друга. А у бусинки вот только что вычищала, все выгребала. Бусинка не поймет, где крыша моя. Вот, моя матушка, моя крыша твоя. Давай. Времени у нас уже поздно, бусинка у нас уже проснулась. Ничего у нее как все. Сейчас буду еды ей класть. А наша Маша, дурочка маленькая, тебе скажет, кого мне давай? Скажи, кого мне давай знакомиться? Скажи, кто это? Что за чудище такое? Да? Ой, скажи, кто же это меня обнюхивал? Все, наша куколка уже прыгает на одеяло, играет с одеялом. Прыгает, скачет. Шерочка, Шерунечка моя любимая. Куда ты пятишься? Куда ты пятишься, моя куколка любимая? Да чего же она хорошенькая? Ну как с детьми? Вот так хочется прям сю-сю-сю. Потому что детишечки ведь маленькие у нас. Все, девочки и мальчики, спокойной ночи всем. Спасибо вам всем за лайки. Вот. Целую неделю у нас уже куколка моя живет. 7 дней. Ровно 7 дней. Вот видите, как она хорошо уже изменилась. У бусинки сегодня день запасов. Она как познакомилась с Шерочкой нашей. Так подумала, все, кранты, туши свет. Всю еду отнимут, надо запасаться. И у нее целые щеки сегодня запасов. Бусинка, ты что, правда думаешь, что у тебя все отнимут? Ой, обгрызает все вот эти вот корны. Все обгрызает, запасается. А вдруг, вот видите, что?
А вдруг вот эта вот незнакомка все обгрызет? А вдруг она все отнимет, все съест? Лучше я сейчас все это ухайдокаю, спрячу, чтобы никто не нашел. И пусть она, типа, пустые палочки облизывает. Я что, дура, что ли, чтобы тут оставлять на ночь такое, такое богатство? Я сейчас все ухайдокаю, все, все. Ничего никому не оставлю. Пошли все в задницу. Доверяла я вам, родители, доверяла. Кого вы мне притащили, непонятно. Обнюхала я животное не из наших рядов. Поэтому лучше, как говорится, перебздеть, чем недобздеть. Или как там, перебдеть, чем недобдеть. Ну, как хотите, так и называйте. Но бусинка у нас настроена очень решительно, на самом деле. Сегодня она, как только познакомилась с Шерочкой, начала обгрызать полностью все эти кукурузочки. До одного, скажи, до одного все обгрызу. Ничего никому не оставлю, никто не получит ничего. И правильно, бусинка, правильно. Сама не будешь за себя переживать, никто за тебя переживать не будет. Обгрызай, милая, все до одной. Вы посмотрите, как она обгрызает, вы посмотрите. Бусинка, враг пришел на твою территорию. Быстрее все убирай. Милая моя, какая ты у меня умная. Ой, у нее до сих пор в глазах стоит это страшное животное. Скажи, что это было, кто это был, непонятно. Грызи быстрее, чтобы ничего не осталось на этой палочке. Она ночью придет, она все у тебя съест. Просто все. Ты проснешься? Песня такая есть. Ты проснешься на рассвете, и ничего у тебя не осталось, и все в привете. Ну вот типа такого. Вот видите, все. Палочка пустая почти. Вот там еще осталось. Но, наверное, думаю, это страшное животное уже не найдет у тебя ничего. Да. Ой, горе и страх поселился на нашу землю, говорит бусинка. Беги бегом быстрее, все. Все, теперь можете звать. А, вот тут осталось. Слышишь, оставила ведь. Шера придет, все доживет у тебя. Видите, сегодня у нас вермишелька без соли, лаваш, лаваш без, по-моему, там без муки, без всего, я не знаю, без ГМО. Потом папайя у нас есть тут, немножко киви, вот так вот положили мы ей, все. Спокойной ночи.